Критична, яка може бути точка у ворога от по кількості, знову ж таки, артилерії, зважаючи на те, в яких кількостях щодня наші збройні сили, честь їм і хвала, виводять їх з ладу, знищують фактично. Ми ж не можемо говорити про те, що все там через місяць у росіян буде нуль артилерії. Нет, ни в коем случае. У россиян довольно-таки большое количество стволов, и как раз артиллерию ставить в строй намного проще, чем, допустим, танки и то, что движется. Особенно буксируемые пушки, буксируемую артиллерию, и у них их хватает. То есть того количества, которое у них есть на складах, которое сейчас в максимальном режиме начинают подниматься складов, ставить на боевое дежурство, их перебрасывать на линию фронта, потому сказать о том, что там через месяц у них стволы закончатся, ну уж точно нет. Артиллерии у них будет достаточно. Вопрос в том, что помимо артиллерии мы же выбиваем и артиллеристов. Вот здесь проблема. Нельзя поймать человека с улицы, поставить его возле пушки и поставить ему задачу выполнять качественно стрельбы или там поменять ствол, он просто этого не может. А вот артиллериста мы выбиваем вместе а вот здесь уже проблемы. Подготовить артиллериста не один месяц нужно, особенно хорошего, а то и больше времени. Потому здесь вот на это больше у нас расчет, на то, что неподготовленные артиллерийские расчеты, они будут использовать, естественно, будут использовать артиллерию в нерасчетном режиме, естественно, мы будем еще больше и больше их выбивать вместе с артстволами. Опять они будут использовать для того, чтобы прикрыть и перекрыть эти свои потери в стволах, они будут использовать авиацию, а здесь тоже проблема у них. У них не так много авиации, вернее, у них достаточно, это больше сотни бортов, только по вертушкам, допустим, по К-52. Но, тем не менее, это конечные цифры. Если мы в неделю будем там по 4-5 бортов вложить, то до конца лета у них может их просто не остаться. А здесь они будут как-то принимать другое решение по выполнению этих боевых задач. Может даже принять решение и отходить с тех участков фронта, где у них недостаточно хорошее обеспечение. Вот, допустим, та же работа вертушками через Азовское море с аэродромами подскока в том же Мелитополе, Бердянске или Мариуполе, а наш это нерасчетный режим, то есть вертушка должна работать с базового аэродрома, они, получается, перескакивают через Азовское море, с Крыма располагаются на аэродромах подскока, начинают работать с большие плечи работы, потому они могут принять решение полностью снять авиацию с запорожского направления, но это вызовет такое каскадное принятие решений вообще вплоть до ухода с запорожского херсонского направления. Намного удобнее работать в Крыму по Крыму и по Донбассу из России, из российских аэродромов. Но это одна из развитий, по крайней мере, предполагаемых ситуаций, которые могут возникнуть на линии фронта.